Ребята, всем привет! Привет, княженцы, привет, народ! Сейчас мы, значит, совершили с Катюхой, ну, пришли с морей океана. Море, как я уже сказал, холодное, прям вообще просто что-то холодное, прям. Но я думаю, что будет нормально. Течение оно меняется, знаете, как говорится. Сейчас холодное, потом станет теплое. Вон, Танюшка плачет. Ребята, касаемо небольшого обзора цен. Значит, купили основные мы сейчас ингредиенты. Ну что, малая кричит, папу зовет. Не, нормально, не любит купаться. Значит, ребята, во-первых, сегодня по следам Юра Заровского, блогер местный, значит, который тут ходит, ну, рекламирует. Тут, говорит, хороший шашлык, тут еще что-то хорошее. Значит, сегодня вот у нас мы нашли одно кафе, вообще просто потрясное, где ребята готовят шашлык, мясо жарят, крупные куски, и шеи, и мякоть, и баранина, там все, короче, есть. Но идти немножко далековато до пляжа, ой, до этого места. Купили еще, значит, рядышком. Рядышком есть кафе. Значит, Юра Заровский, ну, говорил, что кафе очень хорошее, и мы сегодня решили попробовать. Значит, попозже расскажу, ну, вкусно, невкусно, надеюсь, что вкусно. Местные чебуреки, хрустящие, прям только надо с пакет доставать их, в пакете они отсыревают. Значит, купили, ну, все как полагается, чебуреки. 80 рублей. Кукуруза. На пляже с Катюхой ели по 152. Вне пляжа 50 рублей одна. Значит, плов. Иду, иду. Узбеки плов готовят. Значит, 50 рублей. Значит, хорошие тоже парни. Значит, персики местные 120 рублей. И непосредственно говоря, вон она. А, блин, завернуто. Ну, короче, куски там большие. Мясо там вышло у меня 350 грамм мяса. Еще купили зверь одного, сейчас покажу Станечку, успокою, а то зовет. Все, оказал содействие ребенку в помощи. Ребят, и вот такого вот зверя взяли. Это вообще, конечно, просто трэш, вот это вот трэшня, потому что, ну, я не знаю, почему, что любят вы дети, вот в этом зверье 250 рублей, ну, стоит копейки, но... Кстати, смотрите, он ходить даже не может, такой высокий. Блин, оказалось, что у него палец откусит, рот попадет. Ох, зверье, давай. Блин, такого зверя с перепоя увидишь, вообще в штаны наделаешь. Ну что это такое разноцветный какой-то? Ну, зверь. Зверь, одним словом, зверь. Закрываем. На бассейне у нас там что, уже купается народ? Тут закрыли, сейчас посмотрим. Бегу. Третья попытка, думаю, удачная. Все, надо, хоть искупал своих малых я. Ой, вот так, ребята, подуморились очень сильно. Сейчас пришел с моря, знаете, как бы я вам утром говорил, горло болело. Ну, знаете, вот побрызгал брызгалкой, самое интересное. И будучи на море, немножко так взял, знаете, ну как, хлебнул водицы, как бы... Вода еще чистая, не цветет, поэтому хлебнуть, наверное, можно. Пополоскали, как говорится, свои там, ну, там, эти вот все там горло. И поэтому, как бы, наверное, лучше, потому что соль, йод в совокупе с горячим воздухом. А еще, ребята, очень, знаете, охрененно, когда ты лежишь на пляжу, вот ты сами знаете, если у вас там больные почки, там, скажем, легкие какие-то там, ну, вот, как бы, знаете, прогреться. Просто на пляж вот так ложись на песок. Знаете, прям с моря пришел, море ледяное, прям скажем, прям плюхайся на этот, на песок, на барханы, лежишь и прогреваешь все свои суставчики, все, ну, вот эти вот там микроэлементы организма. Это очень, на самом деле, полезно. Вот сейчас не говорю для громкого словца, я уверен, что вы также знаете, что это реально очень полезно. Кстати, что-то хотел сказать, забыл. Ладно, в общем, я пошел тоже, наверное, душ купаться. И, собственно говоря, надо нам, короче, идти спать, есть, пить и все прочее. Чё? Ты делаешь на камере? Да ничего. Что ты пьешь? Дюшес? Дюшес. Вкусный? У тебя что-то немножко глаза расползаются влево-право. Конечно, стакан для меня это много. Дюшес? Эти как пузырьки бьют. Ладно. На самом деле, вот без шуток. Значит, вот знаете, на Черноморском побережье очень много шашлыка, ребят. Очень много шашлыка. Шашлык бывает, сами понимаете, разный, вкусный, там невкусный, прожаренный, не прожаренный, да, с жилками, без жилок. Кто знает, где вот Джимите самый вкусный шашлык, да, Егор? Да многие люди даже не знают, что это за курорт, люди привыкли отдыхать в Египте, в Турции.
Значит, ребята, вот мы как бы все время ездим в Шереметье, и знаете, на самом деле шашлыка очень много, но существует несколько кафе, вот реально охрененных. Вот Юра Заровский в своем ролике, он, короче, недавно говорил там про одно кафе, мы сегодня оттуда поедем, шашлык, ну, нормальный, хороший. Но вот как бы есть такие еще рекомендации, вот одно кафе находится, типа столовка. Это столовка, тут, наверное, денег много тратить не надо. Вот, короче, вон там находится Гранд-отель, заведение. А это, в общем, находится заведение напротив этого, рядом с аквапарком. Рядом с аквапарком, с правой стороны от него. Значит, блин, мясо дешевое. Мясо стоит. Ну-ка, вот так возьми на меня. Мясо стоит. Нет, снизу тоже, снизу поснимай так. Значит, мясо, ребята, стоит. Мякоть стоит вообще что-то очень дешево, там рублей 90, я не знаю. Это шея тоже дешево очень. И знаете, как бы, вот ты пришел просто там 300 отдал и нажрался просто до такого состояния, до безобразия, что аж потом тебе сложно встать. А я крылышки люблю, оказывается, крылышки дороже, чем мясо. Не дороже. Ты взяла два крылышка. Я не знаю, ну просто знаешь как, тут, короче, вот сколько стоит. Ну, наверное, знаете, ребят, сколько? Шея стоит, наверное, 110. Мякоть стоит 90. Ребята, тут соус стоит 100 рублей. Маленькая, кстати, столовая ложка обычная, да. Соус стоит. Я Егору говорю, что ну смотрите, вот в 10 дней, да, соус купи в день, мы два раза в день, да, 200 рублей в день на соус. За 10 дней 2000. Я говорю, давай купим банку, да, банку пасты, томаты, добавим туда зелень, чеснок. Нальем, у нас нет контейнеров, нальем в эту маленькую бутылочку, ну, 0,5, такую, ну, детскую водичку типа того. Я говорю, и мы все равно едем на коляске. Из коляски достал, прям вот так вот на тарелочку налил сюда и кушай. А Егор говорит, стыдно. А я говорю, Егор, говорю, ну, во-первых, знаешь, мы едим... люди там увидят, скажут, завидуют, скажут, во, молодцы, не догадались. Ну, а мы отдаем 2000. Это не заведение, это столовка, правильно? Ну, да. А в столовке почему не достать, реально, да? Это, ну, мы такие же лайфхакеры делать не будем, лайфхаки, да? Будем, я сделаю тебе. Я сделаю тебе. Не стоит, не стоит. Все, короче, Танюш. Я говорю, все наоборот скажут, молодцы, вот молодцы, а мы дураки, говорю, 2000 отдаем. Плати налог. Что значит, давай мне попкорн. Ну дай попкорн один. Я тебе не куплю игрушку. На. Ах ты хитрая рыжуля. Спина горит. Еще одна. Горит спина. Обгорела. Ой, Тань, да так много, да ладно, все, куплю. Больше не надо, Тань. Мне дай, пожалуйста. Спасибо. А мама тебе игрушку не купит в любом случае, поэтому что ты ей даешь? Ей можешь не давать, Тань. Тань, не давай ей. Спасибо. Тань, кушай. Спасибо, сама. Малыш. Тань, кушай сама. Все, кушай сама, кушай. Кушай, да. Ну ладно, Катерин. Пойдем. Пойдем, моя амазонка. Да, не аккуратно. Только смотри, не урони. Пойдемте дальше погуляем. Да? Да. Ну, давай, ладно. Всем спокойной ночи, пока.